Всем привет! Сегодня 13 сентября. Мой муж работает на высоте без страховочных ремней. По технике безопасности, муж, ты неправильно делаешь. Ну ладно, пошел я. Давай. Пошел я за поясом. Да, давай, спрыгивай. А то мне страшно смотреть на такой высоте работы. Так, вот что у нас получилось вчера. Вот так мы затолкали холодильник. Удобно, неудобно, нормально, ненормально, но будет стоять пока так. Конечно, туда уже не повесишь шторы. Окна придется как-то шторы обыгрывать. Ой, окна шторами как-то по-другому придется обыгрывать. Я хотела длинные, обычные, хорошие шторы. Но тут, может быть, какие-то жалюзи не хочу. А вот, ну, не знаю, ну, что-нибудь повесим. Ничего, что я тук-тук делаю. Ну, можно маленько и не тук-тук. Ну, маленечко постоять. Вот этот вот комплектик встанет сюда, повесится. Плита к этому комплектику. Там наверх мы сделаем полочку еще под эту микроволновку. Ну и все. Ну, постепенно все показываем. Вот наш потолок. Вот наш потолок, который сверху закрыт хром-стружкой, которую когда-то я вам показывала с нашего обувного комбината. Он работает всегда исправно, хорошо. Хром-стружки всегда там много. Вот здесь точно такой же был потолок, но здесь уже обшит гипсокартоном. Сейчас Вигис все это готовит, чтобы обшивать гипсокартоном. Вот эту вот, короче, эту всю кухню у нас со времен этих Деда Мазая, эта кухня не была отремонтирована вообще никак. Как-то по дому мы гипсокартоном все потихонечку обшили, а кухня так и оставалась в первоначальном виде, с первых лет. С первых лет она у нас стояла так, этими панелями пластиковыми. Все, работай, я разрешаю тебе работать. Пошла я работать с Мишей. А знаешь, что такое камера? На камеру смотришь. Камеру знают все животные. Гризли, блин. С ума сходит. Вот, а я потом думаю, почему у меня носки все в дырочку? Все равно лезет, все равно крысит. И тешится даже потом. Это мы стоим, вот радуемся и наблюдаем. А ты сидит в стороночке, да, в мусоре сидит. Пусть сидит, она у нас королева. Да, она у нас принцесса. А это шустра. Через голову. Это мои яблочки. Все-таки я их вечером не стала варить. Просто было лень, уже поздно идти. Сейчас буду варить утром. Вот они все в сиропе. Они такие вот тверденькие стали. Ну, хорошо, сейчас варятся и точно будут дольки. Красивые дольки. Они уже и сейчас красивые.
Вот так варятся наши яблоки. После полного закипания проварить 5 минут и оставить для полного остывания. Люди еще на сутки растягивают, но я думаю, за день справлюсь. 3 раза по 5 минут с остыванием. И все, и будут наши яблочки готовы. Если все здорово и вкусно получится, сделаю еще одну партию и запишу отдельно на видео. Так же, как и повидло яблочное, я тоже запишу отдельным видео. Люди у меня уже спрашивают. Точно-точно все рассказать. Так, буду делать икру кабачковую. Так, лук порезала. Через автоклав прогонять не буду. Автоклав, во-первых, занят, а во-вторых, я использую только вот этих 3 кабачка. А маленькие те будем есть. Икры хватит. И поэтому только немного сделаю и все. Я, кстати, постоянно смотрю, ну, как люди обрабатывают кабачки и яблоки также. Обязательно они вырезают серединку, потом разрезают на кубики, пластинки там. На что хотите. А я всегда удивляюсь, думаю, а зачем? Зачем вырезать серединку, если серединка может остаться в серединке? Сверху обрезать и все. Нет, надо обязательно вычистить. Вот так почистили, а теперь режем. Вот на икру так вообще неудобно, если так отрезали. Например, вот крупный, да? Вот серединка, она остается серединкой. Там что она? Сразу он в чашку можно. И через терку точно так же. Сразу натираешь ее, все, середка остается. Зачем ее вычищать? И в яблоки точно так же. Я и на дольки режу. И для компотов также срезаю сверху. Центр остается. Или уже как-то привыкли изначально делать именно так. И так и делают. А говорят все, что все уже придумано. Что ничего домысливать не надо. Надо просто делать и делать, как все делают. Как все. Сейчас, кстати, смотрю на каналах, столько много люди делают заготовок. Раньше такого не было. И мне пишут, говорит, о, я уже 5 лет там не делала заготовки, а в этом году как с ума сошла. В этом году все сходят с ума. Не знаю почему. Но у нас, ладно, у нас питание стало экзотическое. Это нельзя, того нельзя. Вижу, что вот эти все овощи, ну, невкусные зимой. Мы и так-то с таким трудом их едим, а если еще их, ой, брать зимние сорта, так ну вообще. И желудок болит, и сам чувствуешь себя плохо. Уж лучше свои как-то заготовить. Даже пусть даже не свои, но все-таки осенние. Осенние не так напичканы химией. Повкуснее вроде. Ну, у кого свои есть, так это слава богу. Но у меня своего мало, корнеплоды только. Ну и то. Морковь, лук, картошка, свекла. Это тоже большое дело. Ягоды, вот фрукты нынче, это вообще здорово. Я прямо хожу и любуюсь. Хожу и любуюсь своими баночками. Все холодильники под завязку. Ну вот этот, который холодильник стоит на веранде, он пустой, конечно. Им только Миша пользуется. Я складываю все туда, в доме, который, чтобы мне самой видеть, сколько чего еще надо туда положить. Но сейчас вот кабачковую икру положу уже в этот холодильник. Вообще, я от опера. Нет, тут без разницы, какую часть замазывать. Так, к стене все подошло, да?
К этой кабине, да. С одного места отрывает гипсокартон или там картон или вот сделала икру. Вот, получилось у меня 8 баночек вот таких и вазочка, которую сейчас попробовать. Я всегда удивляюсь, думаю, как это я умудряюсь помыть именно столько, чтобы как раз хватило на продукт. Вот, удивительно просто. Сейчас я переворачиваю вот так эти баночки. Ой, горяченькие они. Переворачиваем, тепленьким закрываем. Все закрою тепленьким, и все до полного остывания у меня будут стоять тут. Вот как вкусно спать в мусоре среди инструмента. Ну это как это так, а? Вот где хозяева, там наши питомцы. Да, главное не какой мусор, главное кто мусор сделал. Мы сейчас все вышли на веранду, они дружно сели на порог возле двери и ждут, когда мы все придем сюда. Странные кошки. Да, а ты тут, на своем грязном стуле. А что это вы кушаете, хвосты поджали? Сейчас с Ильгизом смеемся. Ильгиз разогрел себе поесть. Говорит, я пошел кушать. Ух, кошки подскочили бегом к своим чашкам. Они, оказывается, уже хорошо знают слово «кушать». Я говорю, ну так вот, все правильно. Ты ешь каждые там 2-2,5 часа. Вот и им так же насыпаю каждые 2,5 часа. Ой, как гузненько. Перерыв в работе. Немножко отдохнуть надо. Ноги вот так вытянуть. Я сажусь за свой столик. И поплету немножко. С часик отдохну. Что-нибудь посмотрю. Вот так, наверное, надо, да? Посмотрю чего-нибудь на YouTube. Какой-нибудь канал. 2, 3, 4. Отдохну как раз. И потом пойду дальше вкалывать. Ну, как всегда. В общем, как всегда. Я тут упорно-упорно работаю с яблоками, чтобы их пристроить. Уже все подошли у нас сливы. Их настолько много. Конечно, я сделаю совсем малость, там 1/100 часть из всего. Немножко компота сделаю, немножко варенье сделаю, немножко ткемали соус сделаю. Никогда не делала, но пробовала. У меня соседка хорошо делает, она мне дала свой рецепт, и я сделаю по ее рецепту. Очень вкусно. К мясу добавлять. Ну, вот эти вот 2 вида делаю. Вот думаю, ну, сок с них не выжать, потому что соковыжималка есть. Они же это такие мясистые очень. Соку-то в них мало. Но что-нибудь сделаем. Так что
Ой, нынче запаса какого. Мишка говорит, кто есть-то это будет. Я говорю, вот ты и будешь. Старшие ребята придут, куда-то в гости пойдем. Да? Ну и сама я тоже буду есть, у меня диабета нет. Я говорю, я в эту зиму почему-то захотела вот именно своего. Вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, может быть, как раз и будем есть. Ну просто в этом году такой урожай, вот такой какой-то интересный урожай, который нужно как-то куда-то пристроить. Терновника тоже не всегда у нас, вот это, как ее, ирга, всегда было много, а в этом году вот и обсохло, и птицы что-то склевали. Так что лучше запас сделать. Терновник, кстати, может быть, посушить, тоже косточку убрать и посушить, возможно, тоже на компот пойдет. Точно идея, идея. Ну, компотик-то мы сделаем, потому что часто приходят ребята, я всегда им говорю, так с собой несите сок. У меня ничего такого нету, ни варенья, чтобы даже морс сделать, вообще ничего не было. Вообще. В заморозке стояло немножко варенья без сахара, и все. Но в этот раз будут говорить, что ничего не покупайте, у меня все есть. Так что вот. Ну, все, отдыхаю. Плету вот жгутик. Я уже два сплела, кстати, третью уже плету. Вот как села. Я обычно все лето я укладывалась на кровать, приду и сразу на кровать. И с телефоном, и лежу отдыхаю. А сейчас сажусь сюда, вот мне нравится. Они мне помогают спать. Вот хозяин отдыхает, и они вместе с ним отдыхают. Сейчас тихонько хозяин встанет с кровати, пойдет работать. Они бегом прибегут туда работать. Угу. Вот странные кошки. Вот как без кошек жить, да? Вот как без кошек? Тяжело без кошек. Ой, ой. Не мешайте, типа, да, спят. Они то паровозиком спят, то валетом. Сейчас ходила за яблоками, к яблоням. И вот сливы увидела. Вот одну съела, а вот две штучки подняла с земли. Вот так. Какие они интересные цветом у нас получились. Они действительно сладкие. Когда он созреет, они уже все упали на землю. Уже с земли подняла. Вот это слива-слива и косточка. Вот у нас терновник, у нее все равно вкус не такой сливовый. А это прямо вот вкусное. Яблоки остыли полностью после первого раза. Вот сейчас буду нагревать. Они уже такие прозрачненькие стали. Буду нагревать. И снова 5 минут покипячу. И отстороню. И к самому вечеру уже в третий раз прокипячу. Да. Я уже попробовала. О, какая долечка прозрачная такая. Вкусненькая. Обалдеть. Еды у нас полный ворох. Но Ильгиз захотел сыр жареный. Поэтому жарим. Кто-нибудь ест сыр жареный? Халуми называется. Ой, как нам нравится. Очень вкусно. На сливочном масле. Вкусно жарить. Такой запах всегда стоит вкуснющий. Так же, как и в кабачках. Кабачки вот готовишь, они вот начинают закипать там, ну, париться, жариться. Они не жарятся, они парятся вот на кабачковую икру. И такое ощущение, как будто котлеты готовлю. Вот и сыр вот этот тоже. Очень вкусный запах. Ну, это, видимо, запах сливочного масла. Но вкусный получается. Сыр вкусный. Тоже вот мы про этот сыр узнали из каналов. Люди делают, блогеры, фермеры показывают, как это естся. И мы потом стали уже покупать. Очень вкусно, нам нравится. Вот года два мы уже как бываем на фермерских рынках, так покупаем.
какая красота. Сейчас на три бутербродика это разделим. И с кофе очень вкусно. Очень-очень вкусно. Кто не пробовал, кто не знает, попробуйте. Возьмите сыр халуми, называется. Так, на сегодняшний день почти все работы закончены. Притянули потолок, я вам показала. Здесь Сильгиз начала разметку, как будут стоять у нас вот эти двери. Вот эти двери. Три вот таких полотна будут на колесиках. Вот так будут по направляющей кататься. И это будет у нас такая стена фальш, которая закроет газовый этот котел. И здесь будет два стеллажа стоять под все кухонные причуды. Сейчас проблема. Пол надо выравнивать. Мы не хотели его вообще выравнивать. Посмотрели, но он очень сильно там выше, а здесь ниже. На 5-6 сантиметров. Вот надо каким-то образом, Ильги сказал, будет думать. Третий раз у нас кипели яблочки. Вот они полностью стали прозрачными. Жидкость, вот водичка прямо такая стала. Вот как будто вода-вода. Все, такие яблочки красивые, долечки получились. Все, сейчас разложу в маленькие баночки. Вот какие у нас красавчики получились. Ой, какие красивые, на вкус вкусные. Блин, век живи, век учись. Как это вкусно. Почему-то раньше нам эта вся сладость была невкусна. А сейчас стало вкусно. Вот, надо потом сделать видео еще отдельным. Еще сегодня я испекла кекс вот такой яблочно-морковный. Я сделала отдельное видео, на канале тоже выйдет, или сегодня, или завтра смонтирую. Смонтирую это сегодня, а уж не знаю, когда поставлю, может быть, сегодня следом за этим, или завтра с утра. Тоже очень-очень вкусно. Мы уже часто делаем, я еще никак не могла на канал сделать. Ну вот и на канал сделала. Ну все. Буду прощаться с вами. Спасибо, что были сегодня со мной, посмотрели нас, меня послушали. Всем пока-пока и до новых встреч!